Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Дегустация личности». Я ее автор и ведущий Александр Винник. Программа «Дегустация личности» о вещах глубоких, о вещах неприходящих. И приглашаю я в гости людей, к которым отношусь как к большим глубоким личностям. Сегодня мой гость – народный артист РСФСР Сергей Петрович Никоненко. Я московский озорной гуляка. Значит, ты Правильный. А я такой секой. с недостатком, понимаешь? А куда ж я от них, от недостатков? Я не из колбы, не из пробирки. Я, как все, человек, я. А ты не боишься? Нет. В борьбе с врагами советской власти готов не щадить ни сил, ни жизни. Ну и дурак. Прости ты меня, Каянного. И петух не прокричал, как я уж трижды отрекся от тебя, как Петр в страшную ночь от Господа нашего Иисуса Христа. Ну, ты успокойся сейчас. Пойдем, я тебе все объясню. Сергей Петрович, здравствуйте. Здравствуйте, Александр я Валентинович. Сердечно вас благодарю за то, что вы приняли мое приглашение и пришли в программу. Для меня это большая честь и удовольствие. Мы знакомы с вами уже много лет. Вы всегда да. откликаетесь на какие-то мои приглашения. И я имею привычку к программам готовиться. Что это значит? Это значит, я. Все, что я нашел, где вы приглашались как гость, я посмотрел. Я посмотрел вашу программу совершенно замечательную на канале «Культура», которая из четырех частей а, да, монолог. состоит монолог в четырех частях. частях. И все, что я смог прочесть, я прочел. Знаете ли, у меня вот какой вопрос: ваш отец? отец, встретил революцию, когда ему было 19 лет. Да. То есть, в общем-то, он уже был взрослым человеком. Да. В каком-то виде сформировавшимся. Вот в доме были разговоры о старой России, о том, как было в старой России, что было, как люди себя чувствовали, как он оценивал вот этот рубежный переход, то, что было тогда и стало. Вот мне очень интересно об этом узнать. Были ли такие разговоры? Конечно, да? отца призвали в царскую армию еще. Да. В 1916 году это был последний царский призыв. В 1917 уже его не было. Его призвали, он ему успел повоевать в Первой мировой войне. Даже ранен там был. По ранению потом вернулся в госпиталь царско госпиталь. Не был ли он в том госпитале, где Есенин был братом? Mm. Вот чего я не знал и чего не успел спросить. Но вряд ли бы он и ответил э, на этот <свят> вопрос. Но а как был штурм Зимнего, вот он рассказывал. Mm -hmm. говорит, что приходили всякие агитаторы ну, там, от большевиков, от меньшевиков, других партий. Ну и говорит, рассказывает, говорит, мы слушаем, где мужику лучше. Вот. Ну и потом, потом, значит, наступил этот день, 25 октября, когда, говорит, надо зимний брать сегодня, будем. Говорит, и вот мы взводом побежали брать зимний из наших казарм. Он в его величество царском императорского величества Павловском полку служил. Туда брали высокого роста, курносых, голубоглазых. Семеновцы все маленькие рыжие до метра семьдесят, а это за метр восемьдесят. Отец был за метр 90. А отец большой роста. Отец очень большого роста, а мама маленькая была совсем. Я в маму. Mm -hmm. вот. и он говорит, мы взводом побежали, да заблудились. Не сразу нашли зимний. Плохо знали еще, так сказать. Мужики же простые из деревни. Вот. Больше воевали на фронте, потом только, говорит, приехали, в Питер вернулись. Все, это 17-й год. Тут говорит, февральская революция, царь ушел, говорит, что делать. А как вообще воспринял революцию? Воспринял революцию сознательно как благо? Сознательно как вообще муть какую-то? Или же... Бессознательно, ну, вот как бы побежали все. Ну, что делать, и не пришлось. Говорит, все мужики были простые из деревень, практически yeah. все. Почему и заблудились? Почему и э, когда прибежали, говорят, да, уже взяли, уже вы опоздали. Но тут ротные команды: ребята, власть теперь наша, пошли. Здесь магазин хороший, я знаю, есть на углу. Прикладом разбил витрину и стали, говорит, брать вещи. Говорит, как? Не за деньги. Это же грабеж. Вот отец, говорит, я стоял, смотрел, говорит, а эти все берут, в рюкзак засовывают одни портки, другие портки. Я, говорит, смотрел, смотрел, на что Иван без порток, Яшка без порток, Андрей без порток. Говорит, ну пойду тоже хоть три пары. Взял три пары порток тоже там. Ну и пошли, говорит. Конечно же, это было он даже больше он рассказывал, говорит, я вступил в три партии, говорит, по пятачку вступление, и у меня три. На всякий случай, какая лучшая партия для мужиков будет? А в доме какой-то сохранился вот уклад старой жизни, потому что понятно после революции ясно, многое перестраивалось, переименовывалось, что вообще с лица земли стиралось в угаре да. вот этих обновлений большевистских. А вот есть сейчас, потому что, когда я понимаю, были вы мальчишкой, молодым парнем, это, может быть, как-то и не, не анализировалось. Ну, быт и быт, ну, дом и дом, ну, вот приходил. Ну вот... А вот с высоты уже жизни, опыта, сейчас можете сказать, что в доме существовал уклад такой вот старого, старого русского дома? Деревенского, может быть, дома? Родители ведь из деревни. Александр Валентинович, вот как бы вы это оценили? Что да. такое мой отец Петр Никонорович, да. имея четыре класса церковно-приходской школы, получил, выучился водить грузовые автомобили в 20-х годах. Тут же переоделся, как буржуй, есть фотографии просто-напросто. Это кто такое? Это мой отец. Это 20-е годы. Он Хотел хорошо одеваться. Это период НЭПа. Но, так это, так но это, еще, это, это все можно было бы понять. Но тяга к МХАТу, МХТ, mm -hmm. всех артистов, он знал, какие спектакли. Он все пересмотрел. И больше того, он ходил еще и в Большой театр. Mm -hmm. Откуда вот эта тяга... Э к прекрасному, к хорошему, к музыке, к хорошим пьесам, к хорошим постановкам, к сопереживанию. Это то, что было у Константина Сергеевича Станиславского в театре. Вот. И пробуждали в человеке человеческое. Скажите, а вот вера в Бога, она каким-то образом в жизни семьи присутствовала? Религиозность? Вы знаете, родители были атеистами. Оба. Оба и даже вступили в партию, и потом, ну, отец-то знал практически всю службу, если там сказать, молитвы, все знал прекрасно, но потом почему-то они отошли. Меня это воспитывало больше, я больше был с прабабушкой Таней. Моему баба Таня, баба Таня. С прабабушкой. Даже она не мне баб... была прабабушка. Бабушка, она была моей матери. Да. Вот. Она мне сказки расскажет. Там не едеть коза с орехами, не едеть коза с калеными. Вот. Ну а теперь, Серёг, давай, Сережка, давай-ка, отче наш. Отче нашей жизни. А теперь, Богородица Дева, радуйся давай. И больше того, она меня выучила в молитве верую, которая очень такая объемная, большая да. молитва. Серьезно, верую в единого Бога Отца, Вседержителя, Творца и так далее, и так далее. Вот. И она меня и водила в церковь. А Филипповская церковь, это самое длинное было, путешествие у нас с ней. Я говорю, первое – это близко это за хлебом, вторая за керосином, третье – в церковь. И в церкви я увидел, я ее потом вспомнил, маленькую старушку, слепую, вокруг которой собирали женщин, то две, то три, и что-то она им рассказывала. Это потом я в Филипповской церкви купил... Э, это не, не, буклет, Буклет небольшой совсем, и там говорит, что Матрона Московская проживала в Староконюшном переулке, что рядом. Просто перейти. А дворами так просто напрямую. Филипповская церковь, так это была Матрона Московская. Какая-то православная христианская мощь да, присутствовала в хорошую погоду она была на улице, сидела около церкви. Она первая приходила и последняя уходила. А в ненастные дни она была внутри, в морозные дни она внутри храма находилась. Но вот это, скажем, зерно, всеянное в вас, прабабушкой, оно как-то в течение жизни сохранялось внутри. Это имело для вас значение потом, для взрослого Сережа? Когда, потом... вы знаете... Э... И пионерская организация и Комсомольская, конечно, это все отвергала. Да -да. Но я не помню, чтобы я без уважения относился к верующим, к вере, к православию, к иконе, к Божьему храму. Хорошо. А был ли когда-то период, когда вы можете сказать, вот это в этом возрасте или при таких обстоятельствах, у меня случилось возвращение домой. Вот в этом смысле, вот в том да, дом, в. Да, 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 да. Я прекрасно вас понимаю, да, то, что сейчас во мне присутствует. Вот. А как это случилось? Когда вы вернулись домой? Как это случилось? Тут несколько было примеров можно привести. И там спросил ли я внутренне, хотел ли я сына чтобы сын родился, чтобы помог Господь, чтобы родился сын. Думаю, так же происходило с рождением внука, допустим. Так же э, с, хотите, со строительством семьи. Семья же это ведь тоже, ведь кирпичик по кирпичику, все постепенно. И начинали мы жить э, с Катей в коммунальной квартире, где было еще 28 соседей, вот, хорошо, что хоть две, два туалета было. Ванная одна была. Вот, когда родился сын, мы жили еще там. Это ее коммуналка была. Хотя прописано я был там, где я не расстаюсь с этой пропиской. 80 лет, Сивцев Вражек, дом 44. Да, мы об этом еще поговорим. Это поговорим, родился, да. А это вот мы переехали сюда жить. Вот. И какую занавеску повесили, какую... все доставляло небольшую радость, маленький, но уют. Что-то хорошее, приятное сложилось, купили телевизор цветной. Это уже праздник, это уже, это уже серьезно. Сергей Петрович, я не так просто спросил вас о возвращении домой. Совсем недавно, утром сегодня, я увидел такую информацию новостейной ленте что левада центр левада центр это такой статистически вообще уважаемая структура потому что очень есть много организаций которые занимаются статистикой статистика это математика это в общем да. цифры да. но принято считать что левада центр это в общем авторитетная структура более-менее авторитетная так вот, Левада Центр опубликовала такой результат опроса среди москвичей, преимущественно живущих в центре Москвы. И вот поразительно, что подавляющее большинство респондентов на вопрос, а вот на месте разрушенного в 1931 году храма Христа Спасителя построили плавательный бассейн. Да. И вот, наблюдая за тем, что есть сегодня храм Христа Спасителя, большинство москвичей, коренных москвичей, живущих в центре, ответили на вопрос, а что лу... Сам по себе, на первый взгляд, чудовищная история. Спросить у человека, а что вот лучше, чтобы был сегодняшний, в том виде, с теми функциями, Храм Христа Спасителя и плавательный бассейн, который был разрушен. Так вот, большинство опрошенных ответили, что возможно, было бы лучше, чтобы был бассейн, чем в том виде храм Христа. Вы знаете, на первый взгляд, ты можешь так улыбнуться и как-то так отнестись, но мне кажется, это вопрос, о котором стоит подумать. Вообще, что это такое? Вот задумывались ли вы над тем, Вообще место в нашем обществе православной церкви вот для вас, для человека, которого прабабушка привела в церковь, когда вы почувствовали, какой в церкви запах, чем пахнет церковь, как звучит церковь что в церкви человек маленький, ребеночек еще переживает. Вот у вас был такой опыт встречи с Богом. Конечно. И потом уже во взрослом возрасте, и сегодня. Ведь... Думали вообще над, над э, такой вещью, а вот что сегодня в нашей жизни православная церковь, вот что это заявление, как вы к ней относитесь, э, не смущает ли вас что-то в том, что происходит? Спасибо за вопрос, Александр Валентинович. Я вам сразу скажу, смущает. Смущает иногда Пакарды, батюшка ездит на Пакарде батюшка, очень жирно живут. А телевидение передает иногда, так сказать, сбросить ребенку на лекарство или на операцию, или там на укол, который стоит очень дорого. Почему-то батюшки не откликаются. Я вот здесь вот... Откуда это идет? Ну, как известно, все же с головы начинается. Не так ли это? Но меня ничего в вере не поколебало никогда. Mm -hmm. Не может, потому что я прихожу уже и чаще думаю, что если Господь есть, то Он, если ты с Ним связан напрямую, если ты обращаешься, Господи, ты к кому обращаешься? Прямо обращаешься? Конечно, да. То Господь может поселиться в твоей душе. К чему призывает Господь? Любите друг друга. Самое главное не, не пост, не э, расколоти лоб, ты будешь молиться. Ты э, 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 еще, может быть, далек, далек от веры. Одно дело ты, так сказать, отдаешь дань какую-то, так сказать, но ты не чувствуешь душу. Бог Он в душе. Если ты сделал маленькое, но хоть доброе дело, вот это уже божественно. Вот это уже... Значит, тебе поселилась эта искорка. И, может быть, она будет дальше расти. Может быть, ты будешь совершать добро. Не обязательно материальное. Потому что можно протянуть руку э, нравственную, моральную какую-то помощь иногда людям оказать. Это даже важнее, которое отворачивается. А ты не отвернулся от грешника. А если бы Петр Никонорович не ходил в театр, не слушал оперы или не смотрел балеты в Большом театре. Да. Наверняка потом как-то не обсуждал это дома. Своей Наверное. А, вообще, есть шанс такой, что Сергей Петрович Никоненко пошел бы на завод или научился водить поезд в метро. Да. И на этом бы финита ля комедия. Да все могло случиться. Но вообще-то артисткой в доме была мама. Угу. Если Петр Никонорович отец рассказывал о театре, если он говорил о МХАТе, МХТ да. Станиславского, то он говорил о том, когда он видел спектакли 20-е и 30-е годы. Он уже после войны не ходил, мало ходил <связывая> в театре. <связывая> Мама, потому что была ну, еще глуховата, она не очень любила театр, не все слышала, или только нужно на первый ряд сесть. Вот. Но мама была артистка. Она, когда рассказывала э, о ком-то, она всех показывала в лицах. И вот я сейчас вспоминаю. Потому что, так сказать, хорошие артисты, вот для моих друзей, с которыми я дружил, к сожалению, многие ушли. Ну, Витя Павлова взять. Но он же, тебе, если он будет рассказывать о рыбалке, он же ведь и чайку озвучит. И одна чайка будет одним голосом. Он покажет, как она э, кричит одним. А как другая и отвечает? Совсем другим голосом. Одна возмущается, а другая ее говорит, молчи, тут рыба есть. Вот я это вот замечал у мамы. Ну, отец-то просто что, он любил этот театр, для него это... Но, когда настала пора воспитывать, из деревни приехали три брата и сестра, он их взял, просто обеспечивал их образование, работая шофером грузовой машины. Сергей Петрович, вот, конечно, я читал и слышал, как вы хотели, как вы ходили в театральные кружки. Это все, это все интересно, но у меня вопрос немножко другой. В интервью, которое я посмотрел, никто ни разу такой вопрос не задал. А меня он, мне, мне кажется, он не безинтересным. Вы не поступили это известный факт, в четыре театральных вуза и поступили во ВГИК. Да. Когда вы не поступали, вот вы узнавали: я не поступил, я не поступил, я не поступил. Это же такой был задор, такой молодический: что ли: Ну, не поступил, ну, сейчас, и сейчас. Или что вы переживали? Вот что с вами и происходило? Первый раз я думал, это опечатка. Меня? Не приняли. Мне все говорили: Сережа, Зеленая улица, театральной. Все, да, и на тебе раз, я говорю, вы не ошиблись? Там и говорю, да, нет, не ошиблись. Вот здесь, вот только принято вот по этим, по этим фамилиям. Второй раз я просто помню, как я обозлился. Еще абитуриентами были, где я подружился, тот же. Вот я вам называл уже Витечка Павлов, царь, Олег Даль. Мы все тогда же в один год поступали и во все театральные вузы поступали. Они как раз поступили вместе. И они учились на курсе, где еще Миша Кононов и Виталий Соломин. Понимаете, четырех. А меня не взял Анинков, у них мастер Анинков был. Я ему спросил, а меня-то почему не взяли? Он говорит, вашего плана мы взяли, но вы не отчаиваетесь, вы поступите на следующий год. Он так немножко красиво говорил, прожил больше ста лет. Но моего плана я знаю кого, Миша Кононов. Михаил Кванович, замечательнейший артист, царство его небес. Да, всем Вот, конечно же, но я очень хотел быть театральным, потому что я в театре Вахтангова все спектакли пересмотрел. Я уж не говорю про театр Маяковского, где я эту контрамарку, это знаменитые истории. Я сам подделывал, полкласса потом водил на эти спектакли. Какое-то было ощущение горечи вот за, за... А за, еще за, бы, вот еще. Почему? Вот, за что? что? Все там в Амхате сказали, да вас со сцены видно не будет, вы такого вам как-то побольше надо, я совсем еще Уни, унизили бы, совсем. совсем да. Унизили, как унизили, могли. Унизили, да, унизили, как меня. Я вам говорю... Я тогда только-только открылся Михаила Чехова. И то по рассказам больше. еще книг мало кто знал Он же был уже за границей, жил в Америке. Ну, да, да, да. Вот. Ну, что делать? А я знал, что он был совсем крошечный. Совсем не высокого роста. Но это был гениальный, совершенно артист. Вот. Но, скажем, вы ведь, э, если говорить о артистической карьере, вы стали киноактерам, в общем-то, да. по большому счету, киноактерам. В каком количестве работ вы снялись? Вы вообще Ролей, Да посчитали в, мы как-то тут. 227. 227. Ну, это очень много. Это очень много. Это очень много. Да, наверное, бы, как бы Алексей Толстой как-то сказал писатель, говорит, если бы я был несколько побогаче, я бы меньше написал. Приходилось зарабатывать просто иногда. А вот если вернуться к Арбату, к вашему дому, к вот тому, что вы сейчас совсем недавно сказали, что встреча с, со святой канонизированной. Да. Но вообще Арбат, мне кажется, это, это знаете, как в Италии Флоренция. Кажется, что есть какие-то точки на земле. Да которые по непонятным причинам, неизъяснимым создаются какие-то условия. Ну, я не знаю, может быть, какие-то меридианы энергетические сходятся, непонятно. Да. Рождают ну, совершенно гениев. Вот мне кажется, оборбатье. Ведь тоже можно так, по большому счету сказать: что это какое-то место средоточие Это намоленное, намоленное место просто. Ну, скажите, я вам скажу про свой двор, где да. я. Расскажу. Меня назвали Сергеем, потому что мама за ней говорит, за мной ухаживал один ухажер у нее был по молодости лета, и он ей ухаживал, он ей читал Есенина, которого говорит, трудно было достать. Он не был запрещен. Это я вам уже как музейный работник, создавший музей Есенина, скажу. Он не был, он издавался в 32-м, 39-м, 46-м. Я просто называю сборники, которые у меня есть вот. но они раскупались мгновенно, их просто было трудно достать. Да, но он знал наизусть. Переписывал, да, да, да. знаете. Он читал Есенина. Мама говорит, какой, как просто душа оттаила. Родился я Сережка. Ну мало того, что я родился в доме, куда приходил Есенин, где я нашел эту квартиру, да в своем же доме, где я создал музей, да в своем же доме. А в этом дворе, а в этом дворе Арбатск, вот этот квартал Старый Арбат, плотников, денежный, сивцевраж. Угу. В этом квартале Александр Сергеевич Пушкин, Андрей Белый, Приезжая в Москву, подолгу живет Александр Блок и Сергей Есенин. И Владимир Соловьев мистический такой поэт. Я уж не говорю из современных поэтов Александр Тихомиров, Анатолий Рыбаков писатель. Музыканты, Чайковский в этом же квартале жил. Я же не просто так. Вот это что за дворик, это за такой? Что в одном месте, ну вот, ну скажите там французам, что там Двор нашелся, где жили раньше Беранже, uh -huh. да, Гюго, э, Бальзак и Мопассан. Ну, вот если сравнивать, ну, или Шальбо, Шарль Бодлер. Наверняка бы они, так сказать, обратили на это внимание. Вот, что это непростое место. Но, на мой я уж не говорю, что в округе рядом, в округе рядом, напротив, проживал. Я очень хочу восстановить эту мемориальную доску. Я занимался в Московском городском доме пионеров Анна Гавриловна Бовшик. Она ученица Станиславского и Бахтангова. Она как-то, когда мы занимались в 50-х годах, она, мы знали, что она одинокая женщина, иконописное абсолютно лицо, такое возвышенное просто у нее отношение к людям просто, такое, столько доброты от нее исходило. Но никто не знал, был у нее муж или не был мужа. Оказывается, муж, что у нее был. А кто был этот муж? Она все не, написав, не, не, не опубликовавшись ни строчки при жизни, но она сохранила все его рукописи, переписала три раза, в разные места, отдала на сохранение, в надежные места. Оказался Сигизмунд Крыжижановский. Угу. Шеститомник уже издан, достать невозможно Сигизмунда Крыжижановского. Это русский Кавка. Так, или Кавка – это чешский Сигизмунд Крыжижановский. Да-да-да. И этим занимался очень авангард Леонтьев. Я его помню, когда... Я уже уходил из студии, я его старший, наверное, лет на 7, может, на 8 постарше. Он только пришел. И вот, и он занимался, он много вообще общался с Анной Гавриловой. вступили во и вашим педагогом стал, ну, с моей точки зрения, вообще легендарный, гениальный, великий, если хотите, да. Сергей Аполлинаревич Герасимов. Да. Я помню, как много-много-много лет назад Зинаида Кириенко, которая снялась в одном из его фильмов, «Тихий и она играла Наталью, рассказала да. следующую вещь. Для того, чтобы подготовиться к сцене похорон, Герасимов отправил двух актрис, одна из них, Зинеда Киренко, в дом в селе, где они жили и снимали, где умер человек. И не выпускал два дня, они сидели там, выходили только поесть и в туалет, чтобы слушать, как воют бабы да. на дону. А потом еще заставил залезть под телегу, которая, это реально, это, скажем, человек, это ну, реальные вещи, залезть под телегу, где был гроб, и там вот сидеть и слушать. Это поразительно. Это что вообще такое? Это вообще... Это, это так вообще происходит? Так бывает? Так должно быть? Или это вот какое-то чутье? Или это индивидуальность этого, велик... безусловно, великого человека? Потому что у меня вот первая возможность поговорить с человеком, который говорит, я ученик Герасимова. Мне очень интересно, потому что я вдохновляюсь, когда я смотрю или читаю что-то о нем. Я действительно вдохновляюсь. Я считаю, что это что-то явление. Александр Мельтинович, я вам скажу, когда я снимался у него второй раз в фильме «Журналист», первый раз «Люди и звери» был, играл Ответственного секретаря районной газетки. Говорит, Фергюс, сходи-ка ты в издательство газетное. Посиди-ка там, поработай недельку. Он меня на неделю командировал, мне все помогли устроиться, я приходил. Я все, все процессы, как формуется газета, как она, не так сказать, нет. раскладываются статьи, как куда фотографии помещаются, что главное, что не главное, как редактор проверяет. Это было очень важно. Я многое почерпнул там. Реально наблюдай то, что тебе предстоит сделать. Наверняка и так. Я не... Мне Зинаида Михайловна Кириенко не рассказывала про да, это. Да, да. Но если это... Наверняка это так и было. Я по-другому, так сказать, не на похоронах, а ведь на Руси были профессиональные плакальщицы. И такой был завка, заведующий кабинетом народной музыки при Московской консерватории Вячеслав Щуров. Мы с ним подружились. Он мне многим русским песням научил. А то я их знаю, надо и быстро. Я могу перебрать эти песни. Что-нибудь да подойдет, если под, картина позволяла. Или нужно было что-то. И э, он однажды говорит, Сереж, помогай. Сегодня мы в доме композиторов, у нас вечер творческий, но мы, я привез не только фольклором, он занимался фольклором, не только певцов, которые народные песни поют, сами по себе поют, не выступая, но дома поют, он таких иногда привез, но он привез профессиональных плакальщиц mm -hmm. и предупредил зрителя, что вы, пожалуйста, не переживайте сильно, это работа. Это важно вызвать слезы у тех, кто рядом будет стоять, у родственников. Говорит: ну, пожалуйста, будьте добры. Что это началось? До смешного, но. Но это профессия была, это профессия. Я думаю, что наверное, Сергей Аполлинович отдавал себе отчет, что сказать, послушайте, как это происходит. Но сцена, которую сыграла Зинаида Михайловна Кириенко, помните, когда она да, да, вот да, это конечно. на горе? Хватит. Все слезы не вычерпшись, до другого раза. Окей. Хлонись в землю. Господи, говори, Господи, прости меня, окаянные, мои пререшения. Ну. Да. Трагическая сцена, так сказать, что не согласна с Господом Богом. Он говорит: ты что, окаянная, говоришь на ну, ее мать, Григория. Ополчилось просто напросто, но это на таком градусе сыграно, это нужно сегодняшним артистам, которым так сказать, что где где попкой покрутить? Где? Да, да, а -а. к сожалению. Ну вот, скажем, всегда есть такое хорошее, ну у людей с хорошим воспитанием, с хорошей школой, хорошего уровня культурологического есть традиция вспоминать своих учителей и не вообще общее, а сказать, ну да, вот учила меня много людей, или я слушал, но вот именно этому или этим одному-двум дву, я особенно благодарен. Это Герасимов или все-таки это был какой-то другой человек, о котором можно сказать, да вот ему, вот, вот он, именно он сделал больше, чем другие, для того, чтобы я, Сергей Никоненко, стал Сергеем Никоненко. Знаете, ну, я сказал, больше, наверное, всего сделал для меня Пушкин. Ну, вот, главный не только мой учитель, я думаю, он учитель на да, всех. Да. Просто-напросто. На любой вопрос вам сложный, самый... Вы все найдете у Александра Сергеевича. Но конкретно, когда речь идет об... Хотите ремеслом назовите, хотите искусством назовите, хотите нашу актерскую работу. Сергей Аполлинарич, не допускал приблизительности, он был враг приблизительности, он был друг истинных страстей в предлагаемых обстоятельствах, над вымыслом слезами обольюсь. Да, да. Он нам цитировал да. Александра Сергеевич Пушкина да. того, который был его учителем. Вот, но вот сама система воспитания в нашем на нашем курсе, думаю, нет, на нашем, пожалуй, только. Сергея Полиневича и Тамара Федоровна Макарова – великая женщина. Они ведь были супругами, не ошибаюсь. Ну, да, супруги, супруг, 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 да. конечно же. И сколько лет? Да. Около да, лет 50, если не больше, они прожили вместе. Да, да. на Наверное, больше. А было ощущение, извините, пожалуйста, да. было ли ощущение такое? По-другому спрошу. Вот у меня лично, по счастью, был такой опыт. Меня воспитывала няня, которая родилась в 1903 году. То есть я, в принципе, понимаю людей, как они мыслят, как они говорят. Не только как строят речевые конструкции, но как оценивают какие-то вещи, которые имеют ну, хорошее происхождение дореволюционное образование. Вот это... Э, вы можете, опять же, с высоты опыта сказать, что вот эти люди... Они были другими не только потому, что они во времени были разнесены. Вот эти, скажем, родились в конце XIX века, а те, с которыми мы работаем сейчас, ну в основном общаемся, они все родились в предвоенный период, военный, ну вот люди. Вот вы можете сказать, что это люди с разных планет, это люди другого качества, это люди других глубин. Или все таки это чуть-чуть придумано, что вот люди дореволюционные, они как более, так более высокого качества? Или это в действительности так и есть? В действительности так и есть. Эти люди были... Потому что, я говорю, мне судьба подарила знакомство с Валерием Михайловичем Бебутовым, mm. со ратник Мерхольда. вместе поставили спектакль «Мистерию Був». Это был прошлого века. Это три языка европейских они... Это само общение невероятно уважительное. Сергей Аполлинович Герасимов все лучшее из той эпохи воспитал. Он был не, не помоложе Валерия Михайловича, лет на 20. Он в сыновья годился ему. Потому что тут уже был преклонных лет. Тамара Федоровна Макарова. Это ну, сама доброта. Вот, я не знаю, вот из чего она создана? создана была. Ее душа, ее... Которая... Мы все были дети. Но система воспитания, вот, может быть, вам это никто не расскажет. У них... Вот у нас на курсе был да -да. Сергей Апальнаревич, папа. Мы и так и звали. Папа пришел. Папа. Угу. Мама, Тамара Федоровна. У нас была еще и гувернантка. Татьяна Михайловна Леознова. Ну, а гувернантка да. это та, которая может и выпороть за плохо приготовленные домашние задания или за плохое поведение. Если зрители не знают наши, это, например, 17 мгновений весны. Это да, например. это режиссер 17 мгновений например. весны. Да. Других замечательных... Карнавал, других замечательных да, да. картин. Но тогда ей было, когда мы поступили, это была молодая женщина. и было 35 лет. Я сейчас смотрю, боже мой, сейчас вот с позиции своего возраста. Но гувернантку мы побаивались. Потому что-то что? И жаловаться хочет выбрать к папеньке, а лучше к маменьке. У меня вот это... Тамара Федоровна, вот ну, Татьяна, ну, Татьяна Михайловна, ну давайте просить. Ну, ну, он хороший у нас. Сергей Петрович. Ну, это ясно, что принято так говорить, что вот в наше время трава была зеленее, солнце да. светило ярче, да. и так далее. И птицы даже пели. звонче, как-то приятнее. Ну, да. Но часто это все-таки объясняется понятными причинами. Понятными. Но вы снялись в более чем 200 картинах. Да. Это очень много. Вы снимались в советский период. Вы знаете всю эту, не только снимались, и снимали и в советский период, зная всю советскую систему фильтров, да. контроля и направлений, и векторов, которые задавались в искусстве. Это большой, очень долгий разговор. Было ли это правильно, неправильно, в какой части да. правильно, в какой неправильно? Но вот наступил новый период, когда фильтры таких форм, которые были в Советском периоде, исчезли, да. но, безусловно, появились другие. Они не оформлены, не, они не артикулированы, может быть, они, может быть, четко не очерчены, но они другие. Ну, например, деньги, что нужно снять, не Просто найти деньги, нужно потом снять такое, чтобы это потом еще тебе деньги принесло, ну и так да. далее. Вот скажите, пожалуйста, генерально, если все-таки общий, я понимаю, что это трудно сделать, но все же кинематограф сегодняшний, это вообще что такое? Это подражание плохое Голливуду. Голливуду в хорошем смысле слова, то есть хороший продукт который можно дорого продать. Не в плохом, а хороший продукт, который можно дорого продать. что Понятно, что, наверное, Зинаида Кириенко, будучи актрисой в Соединенных Штатах Америки, она, наверное, не жила бы так, как она ну, живет материально да. Да, сегодня. Ну, например, коль да. скоро мы ее вспомнили, и можно назвать целый ряд артистов. Да. да. Но вот все же, что собой представляет сегодняшний наш... Кинематограф. Я сначала хотел бы о кинематографе поговорить. А у меня есть свое мнение. Но вы-то что думаете, вот, на, на, наблюдая за вот этим, вот, вот этим всем? Вы сказали, что в советское время были много фильтров, которые проходили mm -hmm. да, сценарий, потом фи и, и Сначала сценарий, а потом и фильм. Даже больше на уровне материала, собранного еще, уже тогда контролировалось произведения, чиновниками. Да, казалось в ту пору, что многовато. Вот эти, пожалуй, там 14, как-то я посчитал, что 14 кордонов проходит эм, сценарий. Да, как да, да, да. Редак, редактура, редактура. Но угу. э, ведь халтуру-то не пропускали. Ну, а вот в чем дело, да. Халтуру не пропускали. А когда сказали, что все дозволено, все можно! Свобода! Свобода! Давай мы сначала гадости наснимаем, чтобы они знали, что мы умеем снимать гадости, мерзости, мерзопакостную всякую продукцию. И та пошла. Сколько мне предлагали, больше того? Сейчас скажу, и сейчас недавно предложили. Я говорю: там это на грани порно. Я говорю, да. А там 60-летний старик. Я говорю: вы знаете, вы не ошиблись, вы помоложе найдите. Мне-то уж 80. Я не справлюсь с такой нагрузкой. Ну, да, ну да. это я так да, да. саркастически им так сказать: Господи, гадость несусветная, художественному произведению это нету. Драматургии нету. Где драматурги хорошие? Они кончились? А причина. А потому что пишут быстро, быстро сериалы, и тут же деньги идут. Вы Х, думаете, хорошо, ведь был о вот чем запас. переживал? Я да. был знаком, да. простите, да, 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 да. я был знаком с великим гениальным Моисеевым Игорем Александровичем. В беседах иногда присутствовал, говорит, что происходит. Я их учу, говорят, они становятся грандиозными танцовщиками, их перенимают какой-нибудь... и... Э, 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 на подтанцовку какому-нибудь шуту гороховому, который возомнил из себя чудо в перьях, э, там, выходит. А у него на пота... они умеют... Потрясающе танцевать. Так и сценаристы бросились за день. Кончилась драматургия. Нету ее. Без хорошей драматургии у вас не будет хорошего фильма. И актеры не вырастут на плохой драматургии, на плохих ролях. Когда нет, не, нечего играть. Что-то приблизительно. Быстро своими словами, шепотом кто-то рассказали. Ты завтра пойдешь? Не пойду. Завтра будешь? Я тебе сейчас возьму пистолет, сейчас застрелю, убью. И... Вот какая-то необоснованная... Все... Все это из пальца высосанное. Скажите, а может быть все происходит потому, что искусство, которое когда-то было элитарным, когда-то было элитарным, становится массовым. И может быть зрители, которые нас сейчас смотрят, меня м -м, сказать, за это будут порицать наверняка. Но я вот знаете, иногда думаю, вот над чем. Если обратиться к XIX веку, скажем, к XIX веку, большинство выдающихся русских классиков, литераторов – это люди э, дворянского происхождения. Большинство. Люди, которые могли свободно работать, не думая о том, что завтра им нужно будет съесть. Ну, в большинстве своем, за редким исключением. В большинстве своем. В том смысле, что у них были э, какие-то источники. Редким исключением, знаете, кто? Александр Сергеевич Пушкин. Ну скажем, скажем, в... все время в долгах, как шелка. Это правда, это правда, но тем не менее он зарабатывал литературным талантом. Да. И я сейчас говорю даже немножко о другом, о том, что может быть, вот это неравноправие общества, социальное неравноправие, оно во многом дает возможность как бы элите создавать вот такие выдающиеся вещи, когда он не очень думает о том, что ему, ну как бы, что ему завтра съесть. Вот мне показалось очень интересно ваше высказывание. Я прочел совсем недавно да. в одном из ваших интервью, где вы высказывались резко против цифр, цифровизации такой страны, да? То да. есть, вот, скажем, этих социальных сетей, развития и так далее, и так далее, и так далее. И я подумал, что, вы знаете, ведь какая связь удивительная. Искусство, которое было элитарным, мы говорим, что это вообще всем возможно, все могут прийти. А если все могут прийти сегодня в театр, значит, театр должен создать что-то, что будет понятно, и что это все может, захочет купить. Вот в чем проблема, мне кажется. Раньше э, люди, ну, скажем, э, с не очень высоким уровнем культуры, с не очень хорошим образованием, они не имели такого доступа. Вот социальная сети, что сегодня? Вот сегодня есть возможность быстрой, стремительной, молниеносной коммуникации людей разных социальных групп, разных. Поэтому, конечно, выходит девочка, которая не знает русского языка, которая не может петь которая не имеет театрального образования, ее приглашают в МХТ имени Чехова, предлагают ей возможность взойти на эту святую сцену, и огромное количество людей, которые подписаны на ее страницу в Инстаграме, кричат браво, ты гениально, ты ты великая, ты ты невероятная, что, мне кажется, происходит вот такое э, тотальное Смешивание, когда то, что предназначалось для интеллектуальной элиты и могло соответствующим образом этой интеллектуальной элитой быть оценено, сейчас предложено массе, которая не может это оценить, у которой потребность не сформирована. А если эта масса уже, вот она на тебя смотрит, значит ей же надо что-то продать, что она понимает, может быть это не случайность. Не думали над тем, что это не случайность, что это часть какой-то, ну вот, взвешенный, просчитанный, грамотный, ну, исходя из целей программы, что то, что происходит, не случайно. Конечно, не случайно. Это еще, по-моему, у Маркса написано, что такой оголтелый капитализм, угу. и что он, он сомневаться не будет, если он может заработать 10%, он лучше себя чувствует, и так далее, и так далее, в зависимости от этого. Он теряет совесть, теряет разум. Что не происходило странно, но в русском купечестве этого не происходило. Такого, допустим, Константин Сергеевич Станиславский. Вот. Его, так сказать, не только он, так сказать, свою долю вкладывал в театр, но и его отец. Помогал русской культуре. Я уж не говорю о меценатах, которые приобретали, понимали, что это надо приобрести, надо купить. Пусть это будет останется в России, пусть это потомки потом оценят. Кто понимал, тот тот, тот же Щукин, тот же Третьяков. А сегодня ну, из этой актрисы никогда не вырастет Раневская про которую вы говорили, она никогда не станет Раневской, она никогда не станет Юлией Борисовой, Зиной Кириенко, потому что им не понять это недоступно, это, это создается большим трудом, трудом внутренним, души, работа души, душа обязана трудиться и день и ночь, да. помните здесь стихи? Вот, и день и ночь, вот. Здесь говорят, а можно это как-то совсем по-другому сделать, можно это как-то продать, можно совсем это... Так вот, может быть, это социальное равенство, которое либеральное понимание мира укореняет вообще во многих странах, социальное равенство, да. социальное равенство, может это вообще вот эта чудовищная история, которая и приводит к вот этим вещам. А почему нет? А почему девочка из... Чугуевска из рабочего квартала, которая пишет псы, пр, мр, тр э, в смс, да, которая пишет, то есть та, та, русского языка уже нет. Она должна обратить свое внимание на сцену МХТ, она никогда не слышала об этом театре, она ничего ну, не знает, и знать не хочет, и ее родители тоже никогда не слышали, и дедушки и бабушки не слышали, от этого она не стала плохой. От этого детали на заводе не стали какими-то неправильными, которые ее отец вытачивает. Но у каждого есть своя миссия в этой жизни. Но, ну, может быть, вот я, я, я над этим думаю. Мне кажется, что в этом что-то есть. Вот что-то в этом есть. Что же в этом есть? А -то... -то... Есть э, жажда наживы, с одной стороны, да? Э, э, да. и э, легким путем. Потому что мне прислали такую смешную смс очень красивая девочка, чуть-чуть восточного типа, слегка очень красивая. И ей задают вопрос. Говорит, скажи, пожалуйста, о чем ты мечтаешь? Говорит, я мечтаю выйти замуж за богатого, старого, чтобы он тут же на меня все переписал и сдох. Какая красота. Это вот это коротко и ясно. Это, может быть, это ответит на ваш вопрос. Вот переписать все на меня быстрым путем добраться. Не надо прикладывать труда, усилий. Потом, потом есть понятия, разные понятия, что такое богатство. Есть, если я считаю, что если у тебя есть крыша над головой, если есть нормальное питание, если у тебя мир в семье, есть несколько друзей хороших, ты богат, даже не подозреваешь, насколько ты богат. Сергей Петрович, скажите, вот о богатстве материальном или вообще о материальном был период. Перестроечный, который вообще все считают безвременем таким. Да. Был ли у вас в личном опыте период, когда вы чувствовали себя материально, ну так скажем, как-то не очень? Да, был это был э, финал э, 80-х годов, конец Я уже, ну, я там кое-что собирал хорошие книги, библиотеку. У меня очень приличная. Букинистические магазины, меня знали хорошо продавцы. Я да, да. говорю, если найдете, отложите, откладывали, если... но ну, я дружил с букинистическими магазинами. Вот. И в тот период, когда я стал задуматься, ну что же, что же, какие первые книги продавать, если вдруг совсем на хлеб насущный не хватит средств, если вдруг все так будет обрываться, ну... Но... По счастью, у меня не обрывалось. Роли предлагали. Приходилось выбирать. И тогда предлагали разные варианты. Как вот совсем недавно. Я то есть, об этом уже вам сказал. рассказывал, что, говорю, ну что ж это такое. Главное дело, человек-то ведь серьезный. Я не буду называть фамилии. Вот. Очень мною уважаемый. Да что ж такое. Я сказал, да старый я уже для этого. Расхохотался он. Mm. Скажите, пожалуйста, вот все-таки вы, ну не все-таки, я так могу предполагать, что востребованный артист сегодня это хорошо оплачиваемый артист. Ну, если артист снимается часто, да. в принципе, он зарабатывает неплохо. Я, разумеется, не буду, не стану спрашивать, сколько вам платят. Это нет, нет, разумеется, нет. Но все же, вот у вас... Были вставали такие вопросы перед вами, а как правильно распорядиться, может быть, куда-то вложить, чтобы сохранить, там купить, может быть, недвижимость или инвестировать куда-то. Вот вообще об этом вы думали, или так вы зарабатываете, что большая семья и в общем тратите, ну и, и, и все? Нет, думал и вкладывал в недвижимость. Угу. То есть вы инвестировали все, что зарабатывали да, в недвижимость? Да, зарабатывал я это. Это ага. я не боюсь безработицы. Да, это я важно. Я думаю, что у меня есть и на черный день, и на праздник. Скажите, пожалуйста, у вас есть такое представление? Вот, часто люди говорят: вот этот человек, он богатый. Ну, как-то, вот этот богатый. Да. Это так, денежный, там, есть у него да. деньги. Вот. Если бы о себе вы как бы себя вот поставили в этой в этой структуре, как бы вы кто вы богатый человек? Я богатый, богатый человек. Потому что я доволен тем, что имею, mm. и больше мне, пожалуй, это классический. Э -э да, это классика. Да, это философия классическая. Если я я доволен тем, что имею, вот у меня здоровье. В семье есть, я ценю это прежде всего и дороже всего, потому что. Да, это, это, это поразительно. Гегель сказал так: что если ваше желание стремятся к бесконечности, значит ваше счастье стремится к нулю. Но если ваше желание стремятся к нулю, то ваше счастье, ощущение его, стремится к бесконечности это, в общем, очень понятные очень связанные вещи. Когда вы почувствовали, что вас на улице впервые узнали, вот посмотрели, ага, вот он уйдет, вот этот... Ну, да. Вот что, вот что, что почувствовалось, что, что возникло внутри? Что это за чувство? Ну, я вам скажу такую вещь. Когда мы в начале сентября на первом курсе только вот поступили, все сели. Сергей Аполлинарович сделал опрос, говорит, ну вот расскажите, друзья мои, зачем мы сюда пришли. И дошла очередь до меня, ну кто-то говорил, что вот э, воспитывать людей, создавать примеры, по которым будут равняться люди. Я почему-то, вот говорит Сергей Аполлинарович, я очень хотел бы, чтобы моя фамилия на заборе была написана большими буквами. Он, конечно, рассмеялся. Сейчас вспоминал мне этот мой ход. Ну, что, говорит, написано твоя фамилия? И говорит, да написано, Сергей Иванович. Я почувствовал себя, что меня хорошо узнают. Это был год уже, наверное, 67-й. После фильма «Журналист». Где я сыграл и говорит, ну и мало того, что, так сказать, еще и на этом фильме я снимался у Никиты Михалкова в его курсовой работе. И ну, люди молодые, думали, сняли сегодня сцену. Говорят, по-моему, это гениальная мы сцена мы всем нос утрем, мы завтра еще такое снять. да и пойдем, куда в Ялте снимали, куда в Арианду. и гуляем, так сказать, до последней копейки. Перезанимали, там еще две картины снималось. У всех друзей, у Лева Кочеряна, у Артура Макарова, у Жанны Прохоренко я занимал. Перезанимали все деньги, ждем, когда из Москвы там Никита получит перевод или от, от отца или от матери. Вот. Но так однажды случилось, что в воскресенье, по-моему, это было, и все разъехались, и мы только позавтракали, не обедали, а денег ни у кого, ни копейки. И уже даже художник, который выручал бутылки, собирал хоть на хлеб скрести, и того не было. И тогда... Эта идея пришла Никите Михалкову, говорит, Серега, надо идти на панель. Ну как? Ну вот так, надо на панель идти. То есть про что, Никит, на какую панель? Говорит, ну твой фильм идет, журналист. Давай, там он скоро кончится, выходи, вот народ пойдет, а ты стой, как будто ты, а мы, как будто ты нас потерял, а не с Игорем Клебановым, с оператором в стороне стоять. <laughs> ну вот я там встал, да. Нашелся один такой, Потом говорит, пойдем, вмажем. говорю, как, на улице, вмажем? Нет, ну пойдем в кабак, в ресторан, пойдем. Говорит, да я друзей жду, а вот они, а вот... Я шагаю по Москве, видел, вот Никита Михалков. Вот я представил, <laughs> говорит, ребята, гуляем. А я ему <laughs> очень спросил, а вы откуда? Говорит, я из Горловки, шофер, шахтер. а давно приехал? Да не, второй день. А, ну, значит, значит еще есть. есть день. И день. не, не прогулял. <laughs> это же тоже важная информация. Вот. Ну, и... Но это да, это, это я понимаю. Но, скажем, вы, было какое-то всматривание вовнутрь, вот что со мной происходит. Вот Меня стали узнавать. Потом меня стали узнавать вообще очень часто и везде. И как-то не было такого ощущения, что вы меняетесь и, может быть, не очень в лучшую сторону? Или вы так себя контролировали, что все в этом смысле было абсолютно... Всякое зазнайство, всякая звездность на нашем курсе моим учителям подвергалась такой обструкции, такой, такому сарказмом и, и просто-напросто счастливы будете, дети мои, только в творчестве, когда вы будете творить и будете интуитивно чувствовать, что что-то у вас получается. Вот это великое чувство, которое, дай Бог, чтобы оно вас сопровождало всю жизнь. Это он нам завещал. А это, говорит, ну что же, говорит, это ну. Сергей Петрович, ну, во-первых, я должен сделать комплимент. Несмотря на взрослость определенную, взрослый человек, вы блистательно выглядите, у вас свежесть ума, и, и физически вы в блистательной форме находитесь. Но все же, когда человек преодолевает порог возрастной 80 лет, да. он ретроспективно, вследствие опыта, может, наверное, или должен, может быть вынести какой-то основной вывод из прожитых 80 лет. Вот если что-то, и вы бы сказали, да, вот прожив 80 лет, я вывод вот такой о жизни, не знаю, о судьбах, о будущем сделал. Вывод. Я очень хотел бы пожелать родным и близким здоровья. Я бы уже сказал вам, что я чувствую себя зажиточным человеком, потому что у меня все есть, и мне лишнего не надо. Я довольствуюсь тем, что, то, что у меня есть. Мы про это поговорили, вспомнили даже Гегеля. Я даже могу себя считать гегельянцем. Да, я понимаю. Так исповедую это. Но в основном, конечно, жизнь, то, что я вынес главное из жизни, это христианское, христианский постулат Люби ближнего. Постарайся делать добро, доброе дело. Если вы позволите, у меня есть несколько, ну, не то чтобы коротких вопросов, коротких финальных таких тем. Вот такое понятие, как страх. Оно в вашей жизни имеет место. У меня, знаете, страх с, с три, мне еще не исполнилось 13 лет. Это было во время похорон Сталина. Я попал под лаву людскую, которая бежала по очень крутая улица в Москве, из которой спускается к Цветному бульвару, и там несколько улиц с этой горки. Вот. и эта лава, я не, я, я чувствовал, что сейчас меня растопчет просто напросто. И я, как я взлетел на водосточную трубу, это было, так сказать, вороби так не летают. Вот я подо мной бежала эта масса, они здесь вот под ногами просто, это рядом, рядом все было, и очень страшно было, когда кричали люди, которых давили, которых топтали. Вот с тех пор у меня есть, я на стадионы как-то не очень хочу, я не очень, так сказать, масса людей, когда толпа, она нерегулируемая, она может быть. Я бы там не хотел участвовать. А есть толпы. ли у вас вещи, которые вы ни при каких обстоятельствах не прощаете другим людям? Ну, раньше было. Казалось бы, так сказать, ах, ты такой секой, обманул, нагрел, попал я на какую-то сумму, mm. все простил и ah. даже не испытываю какого-то, я не желаю им чего-то плохого. Я говорю, пусть живите здорово, будьте здоровы, но Сами, если совесть вас заговорит, там, сказать, сами себе все расскажете. Вот есть у мужчин, ну, по крайней мере, я часто с таким встречался, вот мужчины часто в отношении своих жен, скажем, да, семей, нередко, нередко встречал такое, что измена – это когда ты чувствуешь что-то. Вот когда у тебя есть какое-то чувство к третьему человеку, вот это измена. А там, скажем, физическая – это ерунда. Вы разделяете такой подход? Такую оценку? Вы знаете, я в своей жизни пережил момент, который похуже измены. Я даже расскажу вам. Да -да. Это по первому браку. Я влюбился в девочку, ей было 10 лет. Женился, когда ей стало 20 лет. Мы очень хотели, чтобы у нас были дети, мы любили друг друга. Я прихожу домой, я... меня призвали в армию, служил я в Москве, на побывку пришел домой. Они все еще одеваются, уходят. Куда? Мы решили избавиться от ребенка. Говоря, меня спросили? Не спросили. Я постарался вернуть, не получилось. Ушли. И тут же я ушел. Вот как бритвой просто-напросто отрезала больше ни любви, ничего. Какая там измена? Это не... Все это ерунда по сравнению с тем, что вот я помню, пережил в тот, э, в тот момент. Вот. А вы спрашиваете... Неужели ты человек, ты не чувствуешь, как к тебе другой человек относится? Если он относится к тебе с любовью или совсем... О обязанности, потому что в паспорте записано, что это жена. Если это так, то, конечно, жить вместе, наверное, не стоит. А говорят: а вот мы ругаемся да ругают, милые бронятся, только тешутся. Говорит, да, мы, мы с женой скоро будем справлять с Катей золотую свадьбу. Mm -hmm. А вы знаете, мы не один сервис перебили. Да, yeah, конечно. Отношения. Это признание в любви. То, ну, что я мы скажу. знакомы с вашей супругой, я скажу, что она очаровательная, совершенно Спасибо. интеллигентная, тонкая женщина. У нас почти не остается времени, но не, хотя бы несколько слов о Есенине я не могу у вас не спросить, не сказать. Не о периоде, когда вы заинтересовались, не что вы сделали. это а Многое много было об этом сказано и о музее, и так далее. О ваших программах да. чтецких. Да. Вот что пронзает вас в поэзии Есенина? Вот что трогает до глубин души? Потому что я понимаю, что если это не трогает так, то столько сил, энергии жизненной отдать этому нельзя. Это должно по-особенному трогать? Вот что? Ну, гениальное дарование, которое вдруг вместило в себе очень много русского чувства, русской культуры, русских образов. Это еще Надежда Вольпин, которая родила от него Александра Сергеевича Вольпина. Который... Эмигрировавшего в ШАП, по-моему, да? Да, да? да, да, да. Не так давно, года два назад, он ушел из жизни. У -у -у. Профессор Бостонского университета, математик, крупный. В советское время известный как диссидент. Она, сидя, она говорит, мы сидели на Тверском бульваре, Марингов, Есенин и я. Я спросила Толя, Марингов, вот как ты думаешь, сколько твоей культуре лет? Он говорит, «Ну, ну, 100, 150. Ну, вот видишь, говорит, Толя. А у Сережи тысяча. У него, говорит, его культура от слова полку игореви Вот это, я думаю, что... Может быть, это не сразу все понимают, понимают, потому что стою один среди равнины голый, а журавли относят ветер вдаль. Как-то так, журавли же летят. Их не ветер несет, но ветер относит вдаль. Или полюбил я тоской журавление. Да, 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 да. Страна березового сица. Да, Или да. я хочу под этим под кротким взглядом слушать чувственную вьюгу. Да, да, Чувственную да. вьюгу. От... Где это? Откуда это? Но э, и это одна сторона его гениального дарования, а вторая – это исповедальность. Вот уж он ни в чем, нигде не ни... Наврал, поэтому он и близок всем, безгранично близок всем образованным людям. Ведь э, во время войны э, в гимнастерках, в карманах нагрудных на, сер на сердце, простреленные э, пулями, э, обнаруживались в стихи Есенина, так же, как и Пушкина. А вы помните, э, мы теперь уходим понемногу в ту страну, где тише благодать. Может быть, и скоро мне в дорогу Бренные пожитки собирать. Милые березовые чащи, Ты земля, и вы равнин пески. Перед этим соном уходящих Я не в силах скрыть своей тоски. Слишком я любил на этом свете Все, что душу облекает вплоть, Миросином, что раскину ветви, Загляделись в розовую водь. Много дум, я в тишине продумал, Много песен про себя сложил. И на этой, на земле угрюмой, счастлив тем, Что я дышал и жил. Счастлив тем, что целовал я женщин, Мял цветы, валялся на траве и зверье, Как братья в наших меньших Никогда не бил по голове. Знаю я, что не цветут там чаще, не звенит ли бяжьей шеи рожь от того предсонным уходящих? Я всегда испытываю дрожь. Знаю я, что в той стране не будет этих нив, золотящихся во мгле. От того и дороги мне люди, что живут со мною на земле. О, спасибо вам огромное, Сергей Петрович. Спасибо за то, что вы пришли. Счастья вам, творческого жизненного долголетия. И пусть все будет хорошо. Ваше здоровье. Здоровья. Спасибо. Ой, спасибо. Спасибо большое.